Педагог-психолог Видновского художественно-технического лицея Ирина Болоцкая вместе со своими коллегами пришла сдать кровь, чтобы внести посильный вклад в доброе дело. Мы приходим уже, наверное, шестой, а может быть больше раз. Причем мы коллективом ездили и в госпиталь имени Бурденко для того, чтобы сдать кровь для военнослужащих. Ходим, да, действительно, большим количеством сотрудников. Мы считаем, мы даже как-то не обсуждаем, нужно ли это или не нужно. Это наш долг. День донора в округе проводится 4 раза в год при содействии Ленинского местного отделения «Российский Красный Крест». У нас составляется график в ноябре месяце на целый год, утверждается областным центром крови. И мы работаем по этому графику. Уже более 3 лет временной станции по переливанию крови становится дворец спорта «Видное». На данной площадке созданы комфортные условия для врачей и доноров. Мы встречаемся не менее 2, а бывает и чаще, раз в год. Это уже стало хорошей традицией для дворца спорта и для Красного Креста. Люди прибывают сюда в комфортных условиях, сдают кровь. После регистрации и заполнения анкеты все доноры проходят медицинское обследование. Многие сдают кровь на регулярной основе. Врачи следят за тем, чтобы обязательно были соблюдены сроки между процедурами. Сейчас потребность, она идет, наверное, быстрее во всех группах крови. Я не могу сказать, какая тут редкая, какая нередкая. Вот. На все, вот, если горит зеленый светофор, нам нужна, вот скажем, сегодня нам нужна вторая отрицательная там, или первая положительная. Дело в том, что я не могу вам объяснить и сказать, что какая-то редкая, какая-то нередкая. Все группы крови они нам необходимы. Для почетного донора нужно 40 раз сдать. А так 4 раза сдают женщины в год и 5 раз мужчины. Евгений Фадеев сдает кровь уже 2-й раз. Признается, что ведет здоровый образ жизни, занимается тяжелой атлетикой и считает, что обязан поделиться своей кровью ради спасения чьей-то жизни. Все достаточно быстро, все организовано. Приходишь, регистрируют тебя, проходишь медосмотр буквально. Если все хорошо, проходишь дальше. И, собственно, кушаешь, сдаешь кровь. Все очень быстро, порядка, наверное, 15 минут занимает. Эта кровь идет, она идет по всему Подмосковью, именно в клинике, именно в больнице областного значения, ну а там уже по предназначению, кому она, какая требуется. Кроме того, и медики, и доноры отмечают, что эта процедура только положительно влияет на организм. Для меня вообще сдача крови – это такой процесс, который улучшает мое самочувствие, мне наоборот становится хорошо, не знаю, как другим, я бодра, весела. Сегодня ты делаешь для другого, а завтра может так случиться, что другой для тебя сделает. Для тебя, для твоих детей, для близких. Все в мире связано. В очередном Дне донора приняли участие более 50 жителей муниципалитета. Следующее мероприятие пройдет в ноябре. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.